Продолжается Call of Duty, игра последних 100 лет по версии эксперта с мировым именем. Я вот смотрю на них и думаю, тут графика была такая дерьмовая, или у меня настройки сбросились? Тогда давай обойдем его по-быстрому и снова в бой. Да, да. По-быстрому и снова в бой. В нашей армии воевать больше некому. Не говорить. Мне нравится. Капитан у руля. Ворон один сел? Уже садится, мэм. По местам, минута. Принято. Как классно быть капитаном вашей армии. Летаешь, все сам делаешь. Классно. Команда расшифровала данные флота СДФ. Доступны новые воздушные цели. О, Сатурн, нифига круто как. Так, а где основная цель? Смотрите, вот она. Кластер Сатурна. Тип задания, особая цель. Старком. Операция «Горящая вода» — основное задание. Уничтожить ключевую топливную... О, уничтожить. Задание, связанное с боем в космосе. Блять, они целое задание про бой в космосе сделали. Ёб твою. Ладно, давай. Я не знаю. Кем они себя считают? В плане космических сражений, чтобы сделать про это целое задание. Это тем, что в шестой резьбе там была миссия, где один из игроков управляет самолетом. Но, блядь, это не повод делать про это целую кампанию, понимаете? Наша цель башня. Именно. СДФ придется уйти в оборону и подальше от земли. Капитан. Озвучка куда-то пропала. Я немного завидую вам. Я пошел бы с вами, если бы мог. Конец связи. Прикольно вообще, тут все работает. Ключ на старт. Начинаем прыжок. Даю сигнал. Прыжок через 3, 2, 1. Я так заметил, с изобретением сверхзащиты игр Динова качество самих игр упало просто на днище. Вот. Может, все из-за Динова через жопу работает, а может, разработчики охренели, я просто не знаю. Казалось бы, вот теперь вы зарабатываете деньги, самое время, блин, надрывать жопу над контентом. Так нет. Опять? Да не надо мне к арсеналу провожать, я помню, где он. Уже 30 лет, как с Титана вывели войска. Испытание огнем. Пожар в топливной башне будут еще долго вспоминать. На борту или дома? И там, сэр. Связь, вероятно, будет неважная. Надеемся, что разберем. Потерпим как-нибудь. Задайте им. Че с голосом капитана? Почему он такой? Идите за мной, сэр. Доносится, как из толчка, блин. Командир, при каждом прыжке вылетают клапаны. Как продвигается? День и ночь латаю, сэр. Блин, я обалдею. Вот я это... Справляешься как никто. Спасибо, сэр. Вот это вот то, что натянута лента, она ну такая убогая, бля. Так, попробовал немного настройки звука поменять, чтобы... А то голос капитана-то не слышно. Кистак все еще будет сверхзвук. Только на полном ходу. Капитан, мы тут вооружаем пехоту для Титана. Через 5 на полетной палубе. Не буду мешать. Нужно подготовить для вас карабины. Спасибо. Бывали на Титане? Что с голосом у них, ёб твою мать? Да. Бой? Нет. Типа... Мой отец гидропоник. 30 лет с трубами возился. Ушел на пенсию перед приходом СДФ. Пиздец, я их слышу, как будто я где-то в аквариуме, блядь, стою. С радостью. Че со звуком стало, блядь, с этой игрой? Я вообще ничего не трогал. Совместная операция. Вы да я. Пойдете? Конечно. Нет, блядь, операция будет ты и ты. По-тихому. Вторгаемся в запретную зону. Да, самое лучшее в этом, что СДФ тогда разрешения не просил. Вот и мы сейчас не будем. Мои шакалы уже наготове. Действуйте так, как на Луне. И это место наше. Горд служить, сержант. Гордость служения 100%. Ой, блядь. Не брехня, Рейс. На первом месте должно быть задание. Это ясно.
но уверен, сержант отлично знает, что слово «гордость» прописано в присяге. А, я понял. Меня всегда что-то возбудило. Униформа, эти подлодки. Подлодки? Да, только на флоте делают тонущие корабли. Нифига тебе, юморок! Капитан! Возьмем это на собой. Он нужен команде. Понравился? Он будет рад это слышать. Он десантников очень уважает. Ха, еще бы он их не уважал. Итан, ты в деле. Иди на Ворон 2. Командир приготовил для вас. Ну и речи хрен на плечи. Ну что? Что, на Титан, да? Блять, вот это можешь себе в очко засунуть. Дай мне автомат. Как поменять-то? Комплект 2, комплект 3. А, понятно. Добудем в бою себе оружие. Жопа. На кой хер его тут выбирать перед боем, если оно потом там на полу повсюду валяется? Мужик знает, чего хочет. Удачи, сэр. То, что я вначале не понимал, почему голоса такие дерьмовые, я забыл, что когда я в танке еще играл, я же свапнул себе центр и сабвуфер местами. И у меня просто они не звучали. Не знаю, как записывалось. Да, босс, больше не повторится. О, вас-то я и искал. Как у нас дела? Ворон 2 уже готов. Осторожно, полеты в атмосфере Титана, это вам не шутки. Кто будет за штурвалом? Бокс. Сядет он без проблем, но потрясет вас знатно. Вас укачивает штаб-сержант? Никогда. Все бывает в первый раз. Транспорт вон там. Стройся! Штаб-сержант? Держись, Касима! Будет трясти! Тишина! Нет проблем, сержант! Если вырвешь, не страшно. Во всех жилых отсеках отбой. Сэр, тут есть для вас место у прохода. На той стороне слева. Первое. Сэр, для вас место у параши. Нас обычно рвет не по-детски. У меня морская болезнь, а мы не в море. Нас тут четверо плюс робот. На одном корабле. Что значит для меня есть место, блин? Тут мест свободных до хренища тут. Но это, видимо, какой-то VIP. Чисто для карбоновый шлем, или мне показалось. Ну ладно. А, ты что, заблудился? Эй, остановитесь, остановитесь! Вот со мной. Не обращайте внимания. Присядь, боец. Есть, штаб-сержант. По-моему, лететь зажатым в это стальное говно еще страшнее, чем просто стоять и за ручку держаться. Код один, капитан. Старт по сигналу, бокс. Есть, сэр. Начинаем прыжок. Пять, четыре, три, два, один. Есть. Держитесь, начинается. Парни, внимание! Итан идет с нами. Я лично ручаюсь за этого железного мерзавца. Он один из нас. Итан. Какая позиция у ВМС насчет перестрелок? Высылайте десант! Это вам, капитан! Касима, ты как? Так, мужчина... Что вам, капитан? К чему он это сказал? 10 секунд до высадки. Надеть маски! Чисто! Брукс, дверь твоя. Слушайте, для такого десантного самолета в нем очень мало людей перемещается. Сколько десантников? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 12. Здесь еще 4. 18 десантников. Самолет для 18 десантников. Ёб твою мать. Как невыгодно с коммерческой точки зрения. Ну, хотя... Он же тут межзвездный какой. Ну, блядь, а... Просто, ладно. Хрен с ним. То есть, если у них... на операцию посылают... На инопланетную операцию посылают... Сколько нас? Четыре человека и робот? Ага. Я понял, что он на Теле 2. Это в духе америкосов, типа вот эти игры, фильмы про эти...
А помните это, операция «Красные крылья» или как она называлась? Как они в фильме там высадились в каком-то минимальном количестве и выполнили сложнейшую боевую задачу по ликвидации или что-то такое. А в реале по истории они высадились и все просрали. Нихуя не выполнив причем. Да, с приходом СДФ все поменялось. Там даже есть это. Оставь сержанта в покое, Итан. Не-не-не, капитан, я не против. Целая статья, типа, американский спецназ, который не выполнил ни одного задания или что-то такое про эту, про Дельту. Яблочко недалеко упало. Достаточно далеко. 32-я, это же армейские. Я стараюсь не винить его. А тут дыра в заборе специально для нас, смотрите, как классно. И они просто бегут, они даже действуют как спецназ, типа, прикрываю там, не прикрываю. О, мочканули нефтяника. Они просто забежали, похер, может засада, не засада, плевать. Что-то есть. Бумажка, да. Тут было неплохо. СДФ вторгся и устроил здесь трудовой лагерь. Отец вовремя ушел отсюда. Да, а этим явно не так повезло. Вот же дерьмо. Взвод! Сюда, вот здесь! Нам нужно зачистить эту зону и добраться до топлива. Вот логично было бы робота попросить поднять, но нет. Я же капитан, адмирал или кто я там, я все сам делаю. Итан, поддержи их. Вражеская активность впереди. У охраны есть ищейки. Оставайтесь в тени. Капитан, ваш монитор может отслеживать настороженность врага. Значение шкалы балла вас не видит. Ну, я ж капитан, поэтому монитор у меня. Внимание, разведчики справа. Понял, рассредоточимся, капитан. Не светитесь, капитан. После Дизонорда здесь враги просто слепоглухонемые. Еще и тупые в придачу. А этот робот, который у них ищейка, он вообще что-нибудь видит? О, блядь. Нихуя себе. Мне бы в Дизонорде такую команду. Держитесь, капитан. Труп его, конечно, прятать мы не будем, да? Сюда. Боец, как лечь? А во. А почему вот этот робот на нас не сагривается? Он же сенсорный какой-то. Этим я займусь. А я каким займусь? Где второй-то? Еще один. Дальний вход. Идет к вам. Как он узнал, что два охранника, если ему не видно? У него какой-то... Внимание! На, готов. Внимание, ёпта. Не советую с ними встречаться. Привет. Ой. Блять, это мерзкая белесая графика. Сука. Запись еще ее немножко затемняет. А я-то вообще просто наслаждаюсь полнотой гаммы. Куда делся мой этот проводник-то? Куда он ушел? Он ходит и постоянно что-то разговаривает, этот робот. А, вон дырка, по-моему, нет? Это бочка.
Блять, реально что делать? Ты куда идти-то, ёб твою мать? Ох, нифига. Это и снайперка, и автомат. Я предлагаю начать всех ликвидировать, потому что один хуй я не понял, куда идти. Ох, блядь. Это что такое? А, на меня это говно напало, ёб твою мать. Да, дайте мне контрольную точку. Это страшная миссия. Тут, блядь, просто потеряешь своего друга, блядь. И уже тебе никто, по рации тебе уже никто не скажет, куда тебе идти. Правильно, нахуя? В игре 12, блядь, не должно такой какой-нибудь. Как какие-то там снисходить до каких-то подсказок хотя бы насчет того, какая у тебя задача, блядь, что тебе надо делать. Сам догадаешься, блядь, нахуй ты сюда пришел. Блядь, долго идет что-то он. Готов. Я, кстати, не понимаю, каким образом смещение прицела влияет на количество патронов в обойме. А, ну так, у него два ствола, видимо. Так, давайте посмотрим, куда вот он сейчас денется, пидорас этот. Ну. А, ну пиздец. Иду к вам, капитан. Рук на магазине, встретимся позже. Множественные цели на выходе. Ваша очередь, капитан. Валите их, капитан. Да, только в меня успели ёбнуть в ответ, а тогда уничтожили нормально. Спасибо за помощь, напарник. За какую? За нихуя? Мы в норме. Лихо он его снял с пробега. Так, как бы его? Глушитель, это квадратный глушитель? А, ну это же Глок с квадратным глушителем. Где оружие с него вытряхнули, блядь? Впереди две цели. После вас, капитан. Ну, вы убили второго или что? Долбоебы, блядь. Долбоебы, сука, сказали же после меня, я и выстрелил. Это, бля, подъебка какая-то была, да? Ебать их там. Не светитесь, капитан. А чё не светиться-то, смотри. Опа! На, сука. Они так кучно там стояли, что, бля, грех просто был их не ёбнуть. Блять, от чего я сдох-то, хоть мне кто-нибудь может убить? Спасибо за помощь, напарник. От тока от моей собственной гранаты, что ли? Внутри охрана. Так, я понял. На, я помогаю, я бью его по почкам. Блять, так, я не могу так жить. Где параметры графики? Это просто яркость. Вот, может, вот так, может, блядь, нормально будет. О, спасибо, намного лучше. По вашей команде, сэр. Но я понял, что убивать надо вот этого. Блядь, я почти второго... Кто убил второго сейчас? Он сам упал. Блядь, ну, конечно же, на 1-2 не оружие должно переключаться, а режим. Но вот режим нельзя на отдельную кнопку было вынести. Это наши уже здесь? Да они слепые, блядь, какая хуй разница? Пока ничего, продолжаем искать.
А, меня видно, а Итана не видно, да? Блять, я говорю, что это тупая игра. Это не я так играю, это игра, блядь, ебанутая, сука. Готов. Хуяк. Блять. Угар, сука. Ой, бля. А, и нам надо не внутрь, нам надо туда. О, сколько их там стоит, ебта. Бросай антиграф по моему сигналу. Раз, два, три. А это он не мне сказал антиграф бросать? Блять. Граната антиграф, блять, это даже звучит тупо. Дверь. Внезапная загрузка. А, еще покликать надо. Понял. Заебали эти подгрузки. Блять, что это нахрен с этой игрой? Что за подгрузки? Давай. Пробирайтесь, капитан. Ты жопой, блядь, дырку закрыл. Как я проберусь там, удила? Капитан, давайте вперед, да? Давай, подбадривай меня. Мне же это надо. Мне дорогу не надо освобождать. Мне команды нужны. Хули ты на меня смотришь постоянно? Кажется, здесь удобно сесть. Я вообще... Места хватит для разгрузки двух воронов. Передаю. Возмездие, рейдер 1-1. Посадочная площадка защищена. Нужна артиллерия. Принято. Рейдер, сбрасываю груз. Ну чё, будем стрелять или чё? Или чё, походу? Нужно зачистить тут, чтобы птички сели. Рассыпьтесь. Огонь по вашей команде, капитан. Там ящик с ботами и ищейками. Отличная штука для засады. Огонь! И сразу тревога, блядь, и сразу поняли, откуда снайпер выстрелил, нахуй, с глушителем. Заебись. Блядь, игра. Многие спрашивают меня, почему же я не кричу, что игра говно. Ну, потому что для меня... Call of Duty умерла, блядь, после Warfare. Вот это для меня уже вообще не колда, а хуетень какая-то, которая так же называется. Я поэтому на нее просто не реагирую, блядь, на все это. Что, блядь, солдат из автомата стреляет в меня так же метко, как я в него из снайперки, нахуй. А то и лучше. Благо, что они прячутся так же тупо, блядь, как и всегда. Жопа из-за камня торчит, зато голову спрятал. Страус хуев, блядь. Блядь, менять оружие... Сука, я клянусь, что это смена оружия только на колесо мыши, это, блядь, просто худшее, что можно придумать. Ну... Я думал, он мне сейчас по ебалу съездит, реально, что это так? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И это еще считать поздно начал. Че это за кусок говна мы привезли? А, вот. Это робокоп этот. Отправила это с броней. Сказала, это подарок капитану. Что это мы такое видим? Боевой танк Си-12. Ручное управление огнем. Очень тупой. Очень мощный. Очень тупой. Надеюсь, он как Итан, только клевый. Блять, они надели штаны на робота, мило-то как. Внимание. Заправка в полукилометре по каньону. Сейчас позиции за бронетехникой. Тихо ты, ёб твою мать. Станцию. Очень тупой. Реально, он по мне может пройти, походу. Он шагнул и задамажил мне. Как воротами ты меня не прибила, ептать. Имейте в виду, что с этими Си-12 были несчастные случаи. Что за случаи?
Есть данные, что они склонны в бою внезапно атаковать своих. Твою мать, это правда? Нет. Заканчивай с этим, Итан. Шутник Куев. Сканируйте свои сектора. Нихуя такая подмога. Еще один транспорт сверху. Какое оживленное движение. Башня, лево. Это наша цель. Строимся в боевой порядок на этом гребне. Разведать обстановку. Не высовываемся. Сидим тихо. Брукс, что видишь? Патрульные по всему периметру. Вход один через главную дверь. Ой, бля. У них что, рация не ловит? Не ловит, что они, блин, до сих пор нас не знают, что мы здесь. Метку на цель. Запускайте, сэр. Да. Шквальный огонь. И чё? В самолет нельзя, я понял. А, и робот больше не включается. Он больше... А, во, нихуя. Он даже не выстрелил, он забил хуй на мою команду, а теперь он... А, я даже ничего не выделяю, как бы. Он сам... Ну, ладно. Какое-то время после начала огня... Им даже было похуй, что в них стреляют. Они стояли. Вот это да! Ну и говно! Надо кричать. Зачем нам этот робот? Я бы, блядь, так всех перестал. Оу. Пидор, блядь. У нас тут и танк, и робот. Нифига у нас перевес какой в огневой мощи. Но никто как бы никого не убивает, потому что нефига. Блять, не та кнопка. Благо у меня граната дымовая. Лупите, чтобы одна... Это... А, это граната-камень. Он в откате, ёпта. Заебал ты с МС-12. Луплю. Проблема в том, что я должен видеть эти цели, иначе не считается. Почему-то я не могу посмотреть на цели глазами бронированного робота, а должен, блядь, трусливо выглядывать из-за укрытия. Опс. Кажется, я завалил своего одного. Похер. Будем считать, что он был лишний. Хули ты там стоишь? Вперед, батьки, блядь, налезут. На, в колено, блин. Я, бля, охуеваю с этой бесполезности, с этого робота, он больше от... Он по одному убивает залпом. Мочас! Мочас! Ёб твою мать, ёб твою... Я просто, блядь, опять вот, реально, одно попадание, я нихуя не вижу после этого, где я, что я, куда бежать, хуй поймешь. Да пошел ты нахуй вместе со своим С-12, сержант. У этого робота какие-то проблемы с тем, чтобы стрелять самостоятельно? Бля, я... Не, как они на поле боя реально находят именно меня, чтобы... Тут столько народу, а грибаю я всегда.
Пиздец какой-то, блядь. Ну, естественно. Даже если я буду стоять дальше всех, просто на другом конце карты, блядь. А все остальные будут у них под носом. А, вон, смотрите. Так и есть. Так и есть. Он прям под нашим роботом сидит. И за нашим роботом от нас же закрывается, блядь. Откуда они знают, что робот не будет по ним стрелять без команды? Они уже такого видели? На 12 часов. Если бы из-за этого щита можно было стрелять, как это можно делать, например, в этом, в Rainbow Six, цены бы ему не было. Но с ним либо ходишь, ёбаный в рот, ну как так, блядь, гранату-то бросать можно? Ладно. Вот они, старые добрые уникальные гранаты. Как тут, а, блядь, вот этот боец реально от врага вообще ничего. Да иди ты нахуй, железное говно, ты, блядь, заебал, сейчас растопчешь реально, дебил. Блядь, еще эта хуйня приехала, ну что за жизнь-то, а? У меня волк прокачка, глушитель, волк глушитель без прокачки просто. Блядь, нихуя у меня арсенал. Они не могли сделать бойцам с Марса красную форму, например, чтобы они как-то отличались. Давайте зачистим. Надо добраться до башни. Нет, 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 блядь! Опять он это сделал. Ух ты, блядь. Сейчас наши ее завалят. У них такой же робот, охуительно, блядь. Я смотрю, у нас разницы в технологиях вообще нет. О, он зашел с нашим, вышел без нашего. Что здесь показано? Что взять можно что-то? А, блядь, я думал, тут наш боец сидит, ну заебало, они не отличаются, ну они не отличаются друг от друга, блядь, они одинаковые нахуй все. Блядь, роботы у нас одинаковые, солдаты, блядь, одинаковые, на какого хуя мы воюем-то, блядь? Как, блядь, тут ракета была в прошлый раз лежала, куда она делась-то? А, вот она. А, ну конечно, блядь, я тут был не один, да? А, он еще и танк наш уничтожит, да? Типа. Будь здоров, уебище. Нет, танк наш по красоте все сделал. На таран так на таран. А, теперь ракета... А, ракета спавнится здесь. Ебать, бородатые нулевые. Очень тяжелое оружие. Но эта ракетница весит килограмм 5, наверное, не знаю. Блять. Мимо кассы, ёпта, хули ты дергаешься как паралитик? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь, да не меня, не меня, ёпта твою мать. Итан, отвлеки его, ты же робот, какая тебе брань, у тебя не должно быть инстинкта самосохранения.
Правая нога. Вот робота интересно убивать. Но если говорить о том, что неинтересно, это бегать за этими ебучими ракетами сюда. Запрыгнуть. Я с ней сам разберусь. Прикройте меня. Ты чё? Нож... А, понятно. Пули не могут пробить, нож может. Я жму, сука, я жму, нахуй. Дамаг-то откуда? Блять. Отличный выстрел! Из вас вышел бы отличный десантник, капитан. Сержант, вступить в Скар никогда не поздно. Вам похуй, что по мне стреляют? Или вы что-то сделаете, может, по этому поводу, а? Десантники, блядь, хуево. Откуда? Кто? Ну, отлежался, пидорасина, бля. Чума, я рейдер. Мы в секторе. Готовьте авиацию. Как слышно? Ай, блин. Нет приема, рейдер. Повторяю, нет приема. Чума, Солтер, повтори. Связь потеряна. Поднимается шторм. Смотрите, у него не только штанишки одеты, они еще и с карманами, блядь. Че у него в них лежит, интересно? Ой, сука. Ой, блядь. Да, похоже на нашу авиаподдержку. О, он бенгальскими огнями стреляет. Посмотрите на этот безумный спецэффект. Вы в порядке, сэр? Да, в порядке, лежу на грядке. Да, я ранен, не могу идти. Держи руку, Луна. Я, блядь, тоже ранен, иду же. Помогите открыть, капитан. Конечно. У кого из нас железные руки? На, ёпта, сняли с пробега робота. Говорит адмирал Заленкоч Залимба. Всем силам ЮНСА приказано немедленно сдаться и сложить оружие. Ты еще приказывать мне будешь? На коленях. Ни здесь, ни где-либо еще. Старковская собака, блядь, где лестница? Дождемся авиаподдержки. Нет, я хочу видеть флаг на той башне. Остались лишь мы. Ну, у нас все. Авиаподдержки. У нас флота нет, напоминаю. Как повезет. Вы уверены, штаб-сержант? Так точно, сэр. Наша задача — взорвать топливную башню. Да. Да, но нам пора. Быстрей! Да, да, но нам пора. Есть штаб-сержант. Штаб-сержант, блин. Прикройте нас крупным калибром. Дойдете, скажете. Итан, ты со мной. Есть, сэр. Не понимаю, почему мной командуют, если я... Ну ладно. Вы двое, до встречи в аду. Точно. Охуительные у них традиции десантные. До встречи в аду. Всех в расход. Капитан Рейен, шансов на победу нет. Мы похороним ваших братьев, выследим сыновей. Смерть не бесчестие. Блин. Знаешь, давно хотел тебе сказать, чувак, твой фильм, этот, «Последний день Помпеи», а, просто Помпеи, блять, такое дерьмо. Из-за него тебя и убить не жалко. Этот самолет беспилотно прилетел, да? А она говорит, что задницу спасла. На втором там, сидя.
Мы ударим по ней, давление подскочит и башня взорвется. Ну что, готовы? Понял, Скайуокер, понял, давай. О, загрузонька. Бля, мне в Помпеях понравилось. Показали этого дрища Кита Харрингтона. И бабы такие: «О, ты видела, какие у него мышцы?» Я такой: «Ну, блядь, какие? Где?» Сука, мышцы, блядь. Нашли нахуй бодибилдера. Покончите с этим. Заставьте нас гордиться. Да-да-да-да-да, сука. Готовь боевой раскрас, Рейс. Покончим с этим дерьмом и поедем домой. Скар-2, нас преследуют. Где вы? 1-1, выполняем другую задачу. Прерываем выполнение, идем к вам. Есть попадание. Нужно прикрытие. Мы прорываемся к турбине. Закругляйтесь и прикройте нас. Бля, что делать-то надо? Слушать их нахуй, чума! Ёбаная, что делать? О, нихуя. Ой, как VR прям блевать тянет. У этих... По Сатурну, блядь, летают самолеты, как наземные какие-то, не знаю. Да, сбивать их лучше из пулемета. Бля, они просто летают и хуйню какую-то страдают. Они даже не воюют ни с кем. Даже для вида не стреляют. Хуй тебе, Павел. Как один? Я два выбил. Блять, у этой херни на вооружении только ракеты, против которых у нас есть ловушки. Они не пробовали что-нибудь установить пулемет на него какой-нибудь там, я не знаю, блять. О, сука, они стрелять научились, нихуя себе. Блять, летаешь как куль с говном на этой капсуле смерти, я не знаю. Крутишься. Блять, такой беспонт. Заебись. Почему мною даже бабы командуют, если я капитан в этой игре? Я просто... Марс вечен, нет женской власти. Я перехожу на сторону противника. Заебало все. Прикрой. О, на нахуй. У-ху, ничего себе. Ух, нихуя. А, это она. С тобой, что ли, сучка? Как нехер после задания только. А, у меня нет боеприпасов. Почему? Вот эта граната есть. Давай, я их дезориентировал дезориентаратором. Ох ты, ёб твою маму. Ёбаный в рот. Вот эта штука классная, смотрите. А, нету. Отступаем. Подожди, как это работает? Вот это я выбираю. На Q. И у меня... Как у Бэтмена вырастает какая-то хуйня из одной гранаты. Но они тоже не дураки, блядь, догадались гранат все накидать. Ну, ты же вылезешь, мы же об это знаем. Что у тебя было хоть? Блядь, заебало, одно и то же у каждого придурка.
Охуительно. Это не обстрел с крыши, блядь. Это обстрел из хуй знает откуда, блядь. Да. Я рад, что я даже не успеваю щит, блядь, выхватить. Черт возьми, обстрел с крыши! Разберись там! Я обойду сзади. Береги твою школу. Итан вообще гандон, я хочу сказать. Такой бесполезный. Если бы я был крутым роботом, я бы уже всех положил. О, до него дошло, что его место в атаке. Я взорву их всех, пожалуй. Блять. Блять, да ёбаный в рот, ну я же отошел. Сука, меня заебало это управление упоротое. Я говорю, блядь, на тройка меняется тип гранат, блядь, которые на Q бросаются. Заебало это уже все нахуй. Клоунада ёбаная, блядь. Ну кто такое, блядь, управление делает в шутере? Сразу видно, что игра в первую очередь на геймпад рассчитана. А как оно тут будет? Как оно там будет у этих пидоров на ПК? Вообще не волнует. Они игру все равно не за 6 косарей покупают, блядь, а за... Сколько там она стоит у нас? За 2, блядь. А что это испиратят? Пошли они нахуй, пусть мучаются. Пиздец какой-то, блядь. Откуда-то он сзади взялся, вообще в шоке. Бля, реально, в батле война такая идет, и то там так не стреляют. Там не возникает вопросов, откуда враги хуярят по тебе. Да ёб твою мать. Как только ты увидел врага, враг автоматически увидел тебя. А то и раньше. Пиздец. Там Итан вроде сидел, он там что-нибудь делает вообще? В ногу застрелил. Теперь давай уничтожим турбину, а? Фу, бля. Жесть настоящая, сука. Защита турбины отключена. Вернитесь к шакалу. Как будто я помню, где он. Вот он. Давай. Да беги ж ты, сволочь. Нужна вера, тогда боженька поможет, да? О чем говорит эта дура? Фитиль зажжен. Давайте поглядим, как взорвется эта башня. Иди вдоль трупа, наслаждайся фейерверком. Вдоль труб. Там, а там точно видно. Зажжем эту свечку и домой. Ну. А. Вот это зрелище. Охренеть, сказал человек, который видел, как, блядь, космические корабли в космосе взрываются, блядь, огромные просто, их разрывает там в говнище. А он увидел... О, да, какое зрелище, тоже понравилось, да? Мы тоже. Ой, у меня режим стелс барахлит, что-то самолет невидимым становится, сука. Бля, не могу. Все, поехали, поехали сюда. На старт. Система запуска работает. Вперед. Зажигание.
Тяга штатная. Возмездие, полетели. Принято. Запускаю двигатели. Возмездие, рубеж 19 тысяч, поднимаемся. Принято. Полтора маха, рубеж 35 тысяч. Радар что-то засек. Капитан, подпи! Выравнивай, давай! Заклинило насмерть! Давай, давай! Он у нас на хвосте! Маневр уклонения! Да. Работай, ну же! Я иду! Двигай уже на возмездие! Кровь, жми на газ, мы прыгаем! А, это наш самолет? Нет, не наш, вот наш. Розок убит! Убили даже, но... Это вот этот... Это Джон Сноу за нами гоняется на такой здоровой хуйне. Капитан, пора их эвакуировать. Нет, я нас вытащу! Столкновение неминуемо, надо прыгать, сэр! Тревога, тревога! 1-1 прерывает полет! 1-1 в нейтрале! Еще и в выходите из боя! Отступайте! Еще и в наш корабль самолет воткнул, вот ебанько. Выходите из боя! Сейчас же! Нет, мы вас не оставим! Крок, уходи! Это приказ! Понял, сэр! Я смотрю на это мощное сражение. И знаете, это как будто щелбанами драться, блять. Они друг друга чуть ли не из пистолетов там стреляли. Искрами. Левый рукав порвался. Тревожные новости, сэр. Оторви мне руку, завяжи. Что мне делать? Заштопай, блядь, заебал, что оставь делать. Оставь, Итан. Не могу, сэр. Моя задача — это вы, капитан. Кто это сказал? Я техническое средство, сэр. Расходный материал. Да. Нет. Ты мой брат, Итан. Слух так. Я его. Вы красивый, а вы умный, сэр. Не вопрос. Зажми дырку, блядь. Тупизна ты, блядь, железный. Вот и все, напарник. Кажется, я боюсь, сэр. Я тоже. Не отключайтесь, сэр. Сэр. Братан, зови меня братан. Ты ж мой брат, ёпта. Сейчас мы, походу, братья-роботы будем, я не знаю. Чё ещё ждать от этой безумной игры? Капитан, слышите меня? Это Грейс. Сейчас очень... Вот так мы... Да, расскажи-ка вкратце, как я выжил, дорогая. Пульс стабилизируется. Состав крови в норме. Это Брайант Линк, он санитар Тигра. Где Итан? Здесь, сэр. Хули с ним будет? Чё ты спрашиваешь? Я возвращаю вас на возмездие. Корабль, мои люди. Корабль в надежных руках. Помогите ему. Возмездие здесь. В целости и сохранности. Кто связался с вами? Лейтенант Солтер. Она запросила у адмирала спасателей. Но он счел спасательную операцию слишком рискованной. Рейнс не одобрил эту идею. На войне нет друзей, Рейс. Может, я поступила эгоистично, но я не хочу прорываться отсюда одна. Я отправила пилота и двух наблюдателей на ваши поиски в район аварии. Как мы рассчитали радиальную скорость? Гравитационное сопротивление и, конечно, удача. Руки Итана пришлось разжимать. Они примерзли. Он до конца защищал капитана. Ты герой, Итан. Сейчас расплачусь. Безысходности, капитан. И к тому же скромный. 5 секунд. Спасибо, Феррон. Вы спасли нас. Мы с вами связаны, капитан. 50-процентные потери недопустимы. С возвращением, капитан. Мы даже и не надеялись, Феррон. Рассчитанный риск, лейтенант. Я возвращаюсь на Тигр. Нас ждут дела. Осторожней с ним. Капитан, я сам могу о себе позаботиться. Итан, иди к Мак, пусть проверит тебя. А как же вы, сэр? Обо мне не волнуйся. Иначе не умею, сэр. Солт, я знаю, ты...
Ты готов? А, ну да, мы же различия собирались, давай. Блядь, экипаж ждет, конечно, да. Да. Как я мог подумать о чем-то другом? После того, как я чуть не умер и не замерз нахуй в космосе. У робота руки замерзли, а я не замерз. Потому что думал о тебе, сучка. Ой, блядь. Фу. Так, там сейчас опять, наверное, новости идут, но я думаю, что я уже в следующей серии их буду смотреть. Что-нибудь там, не знаю, что-нибудь нажми, что-нибудь напишите. Марс вечен. 12 из 12, из 10. Все, пишите, жмите.